Всем привет! Сегодня мы с мужем в роли родителей одного ребенка. Старшие дети у нас уехали в путешествие с родственниками мужа. Их забрали на 2 дня, и уже сегодня вечером они возвращаются. Мы решили напоследок съездить всем вместе, втроем, куда-нибудь, потому что такой возможности, скорее всего, у нас больше и не будет. Приехали в ресторан, где все по системе шведский стол. Людей очень много, нужно ждать очередь. Это все люди, которые ждут. Наша очередь наконец-то пришла, мы прождали полчаса. Это сеть ресторанов называется Ку-Ку. Пельмешки, роллы, пицца, разные ляри, рыбка, креветки, ну и, конечно же, десерт. Ну и муж сейчас пошел себе выбирать. Здесь также есть детская игровая. Можно оставить своих детишек, пока кушаешь. Здорово. Также есть комната для кормления, куда мы с Джинчиком направляемся. Вот у меня Тима подгузник. Тут есть пеленальный столик, микроволновка, целых 2. Также диванчик, на котором можно сидеть, покормить малыша. В общем, есть все, что нужно. Беру всегда с собой нашу пеленочку, чтобы переодевать его на чистом. А здесь одноразовых нет, а в торговых центрах есть еще одноразовые пеленки, можно ими пользоваться. Здесь вот наша пригодилась. Счет за двоих у нас вышел 63 тысячи вон. На одного получается 31 900. Мы поели и сейчас едем на другую парковку, поближе к парку. Здесь недалеко находится парк Боромы. Припаркуемся и пойдем немножко прогуляемся, растрясем наши животы. И чуть позже, к вечеру, поедем за детишками. Красиво! Давно здесь не была. Я во время беременности сюда приходила с подругой пешком. Сюда мы шли только час-полтора и обратно домой час-полтора пешком. Сейчас удобно, на машине приехали. Чуть позже, возможно, я
сюда буду тоже приходить пешком из дома. Здесь прогуляюсь с детишками и потом обратно пешком, хотя они такую дорогу не выдержат. Но вот и Джунчик в коляске сможет спокойно. С Эрем в коляске я тоже на долгие расстояния любила гулять. Здесь можно на роликах кататься, на скейтборде, там с площадкой есть специальная. Здесь футбол играть. Парк довольно большой. Напротив парка офисы разные, жилые дома. И также есть торговый центр. На улице очень жарко. Знаешь, куда-то посидеть? Поэтому мы пришли к поющим фонтанам. Рядом с фонтаном немножко посвежее. И ветерок еще дует. Вот, посмотрите здесь, какие рыбы плавают огромные. Вы их видите? Вау! Красота! В парке есть грязь. Можно снять обувь, походить голыми ногами по этой грязи. Муж сказал, что она лечебная. Называется Хуанто. Там прям дорога из этой грязи. Так необычно. Сколько раз в этом парке бываю, первый раз такое вижу. Здесь мы с детишками были в прошлом году. Там фонтаны. Здесь у нас в прошлом году обливались. В этом году мы здесь еще не были. Красота такая. Муж купил в круглосуточном магазине лимонад. Мне с блубери, черникой. А себе взял с виноградом. Покупаешь напиток и стакан со льдом. Идет бесплатно. Мы отлично погуляли, развеялись. Все такое радостное. Стоило просто выйти погулять, вкусно поесть. Все. У меня настроение отличное. Потому что сидеть дома реально 100 дней, это сложно очень. В Корее, кто не знает, первые 100 дней сидят с ребенком дома, выходят только в крайнем случае в больницу на прием. Ну и все, даже возле дома не гуляют. Поэтому сегодня мы впервые вышли погулять. До этого мы ходили только в больницу по надобности. Ну и один раз съездили за продуктами, все. Ну а сейчас мы едем за детишками, они все еще в дороге. Как раз таки мы к 7 часам должны приехать, и они к 7 часам должны приехать. Поедем к свекрам, у них поменяемся машинами. Мы сейчас на машине свекра едем. Они уехали на нашей машине, потому что у нас машина девятиместная. Джунчик у себя тут в автокресле спит. Зайка такой. Вот мы уже приехали к свекрам. Муж паркует машину. Они живут на 12 этаже в апатах. Здесь вот находится садик. Детская площадка есть. И из их окна видно здание 63 этажа, туристическое место, и реку Ханган. Красивый у них вид, открывается. Вот, кстати, детская площадка. Дети наши любят сюда приезжать. Янчик даже несколько раз ночевал у бабушки. Мы с мужем в апатах жить не хотим из-за соседей. У нас дети довольно шумные, любят бегать, и на нас по-любому будут постоянно жаловаться на шум. Поэтому мы хотим купить свой таунхаус. Это, конечно, будет не скоро, но у нас в планах на будущее. Сначала мы хотим первоначальный взнос накопить. Это довольно внушительная сумма, поэтому несколько лет мы только на первоначальный взнос будем копить, чтобы всю остальную сумму взять в кредит. Кредит на лет 20-30 точно. А вот вид на здание 63 этажа. Вот оно, золотого цвета. И вот там вот вдалеке виднеется река Хан. Так высоко. Смотреть вниз, это же страшно. У меня аж голова кружится, я боюсь высоты. А это вся наша большая семья. Вот мы с мужем, средняя сестра мужа, с мужем со своим. Старшая сестра мужа и ее супруг, их трое детей,
наши свёкры, мои свёкры, точнее, тётя мужа, наши дети. Вот чисто мужская фотография, а вот чисто женская. И вот, свёкр, свекровь и трое детей их. Мой муж — самая младшая семья, две старшие сестры. Сейчас буду наслаждаться массажем и буду кехеды. Кангчунья. Я кехеджу. О, начинаю прям с пяток, идет массаж. И переходя к икрам, ой-ой-ой, это больно. Прям сильно сжимаю. Сжимаю прям сильно. Потом расслабляет и снова сжимает. Пятки прям болят. Но зато освежает. Приехали мои дети. Ира! Ира! 물이 물건만 내리고. 예나. 저기. 야, 소스코치고 있잖아. 얘 여기 뭐 이렇게 포장하고 다녔어? 아니요. 왜? 아, 얘네들 미쳤어, 둘 다. 뭔 포장을 해? 이거. 아니, 이렇게 우회. 없어. 아이고, 다녔지? 오, 있구만. 그래도, 여러 애를 가지고 들고 다니면 되겠냐? 얀, 너 по маме скучал? 얀. По маме скучал? Да? Я люблю тебя, сынок. Ой, мои детки тут. Джунчик плачет, накакал. Ему нужно срочно мыть. Едем домой. Посмотрите на эту картину. Муж складывает вещи после стирки. Елька тут с Джунчиком. Стоило мне отойти. Я обычно не позволяю им так сидеть вместе. Опасненько для младшего. Потому что средний еще маленький. Да, Ляля плачет. Ляля плачет. Да, и Джунчик плачет. Ой, сейчас его на ручки возьму. Вот за самого старшего не переживаю. Он может с Джунчиком находиться вместе. Их я вдвоем могу оставить. 5 лет разница между ними. А вот со средним глаз да глаз. Ты любишь Джунчика? Да. Да? Ой, старший брат. Такой хороший. Ты самый лучший старший брат на свете, да, сына? Нет. Ты любишь своих братьев? Да. Кого больше, Эля или Иджуна? Иджуна. Да? Почему? Потому что она у тебя игрушки не отбирает и не пристает к тебе пока что. Да. Но это скоро изменится. Ой, так. Это скоро изменится. Скоро будут за тобой 2 брата бегать. И будут говорить: Хён, мы с тобой хотим играть, Ян Хён. Будешь с ними играть? Да. Да, молодец. Меняла Иджуну подгузник. Пришел брат. Потрогать. Да? Поцелуй Лялю, сына. Поцелуй Лялю. Как ты Лялю целуешь? Покажи. Ира. Ира, аги попо. Лялю попу сделай. Лялю попу сделай, сына. Для них игрушка. Поцелуй, сына? Ой, какой молодец. Ляля спит. Сейчас нужно уже перекладывать кроватку. Апа-па-па. Апа-па-па. Апа-ча-ча. Аннян. Все, пойдем. Поклонился дальше. Пойдем, сына. Иль, молочко тебя ждет. Ирабу. Побежали, побежали. Ложись. Ложись себе в кроватку.
Твоя кроватка тебя ждет, сына. Ель, малышко тебя ждет. Пошел снова папу целовать? Поцеловал, да? Все, пойдем. Пойдем сначала. Сначала ложись в кровать. Ложись. На, на. Сам залезает. Давай, ложись, ложись. Опа, молодец. Помочь? Давай. Вот так. Опа. Вот, вот так. Молодец. Ложись. Маме с тобой лечь? Можно маму с тобой лягу? Закроем дверь? Да? Дверь закроем. Мама с тобой лягу. Да, да, я ложусь, ложусь. Вот так. И напоследок расскажу немного о том, как дети провели отпуск. Без нас они поехали впервые вместе с бабушками, дедушками, тетями, дядями, двоюродными братьями, сестрами. Поехали небольшой и дружной компанией. Им было весело, и они даже не хотели возвращаться обратно домой.